А у нас рубрика «Детское меню». Смотрите, какой красивый супчик. Берем курочку, кладем в воду, доводим до кипения и варим 5 минут. После этого воду сливаем и наливаем чистую. Кладем целую луковицу, целую морковку, лаврушку и варим до готовности. Мои дети не едят супы, где плавают морковка, порезанный лук или еще какие-либо овощи. Поэтому я их вот так обманываю. Выкладываем нашу курочку и убираем все овощи. Остается красивый, чистый, кристальный бульон. Разделываем нашу курочку на мелкие кусочки без шкурки, а в это время в бульон добавляем вермишель, либо макароны, вот такие звездочки. Я добавляю побольше, чтобы супчик был погуще. Так детки едят лучше. Отправляем туда нашу курочку и варим до готовности макарон. Смотрите, какая красота. От такого супчика не откажется ни один ребенок. Приятного аппетита! И пусть ваши детки будут сытые и здоровые.